Всем добрый день. Выгул собак запрещен, то есть, ну вы сами поняли, нельзя мне туда. Мы на пляже Морской Бриз, и я немножечко такой, знаете, удивленный ценовой политике пляжа Морской Бриз. Он у нас оказывается самый дешевый вот тут в центре. И мы с вами отправляемся туда, в сторону, как вы понимаете, улицы Социалистической, в сторону Гренады. В этой части пляжа я редкий гость, осознаю свою ошибку лежачего, не бьют. Но сегодня я совершил подвиг, практически вот от Морской Звезды иду в центр пешком. Обратите внимание, пляж Морская Звезда, несмотря на то, что еще август, Морской Бриз, господи, какая Морская Звезда. Практически полупустой. Что поет, не понял. А, нет, она по-нашему поет, слава богу. Кто-то оплатил дракона, сейчас кого-то сожрут. Сапы в море очень много, маломерных судов, водоплавающие, их так называю. На берегу работают куча, кстати, кафешек, даже динозавры какие-то есть. Надувной, правда? Ну, интересно такой, знаете, так подходить опасно близко, поют не по-нашенски. Хачапури по-ажарски 350, мегрельски 400. Я давненько здесь не был, точно. Но названия эти все помню, как будто вчера только что проходил. 7 минут, 150 рублей, пожалуйста, можете покормить рыбок своими ногами. А тут столовая что-то пустует. Никогошеньки. Ой, музыка эта, ух. Не люблю я ее. Поэтому пойдемте, выйдем на берег чуть-чуть. Тут большой собак пристает к маленькому собаку. Вот так вот как бы состоялась дружелюбная беседа хозяйки маленькой собачки и большой. Еще раз Морской Бриз и Санта, какая-то Санта Клауса. Обхожу музыкальный барьер. Ну, сейчас будем проходить мимо бара «Пират». Здесь вот, кстати, вот установили вот такое вот крокодило с горкой. Маленький, но все равно прикольно. О, тут тоже поет, который, за которого заблокируют. Выключаюсь. Прошли музыкальный барьер, бар «Пират». Ну, «Пират» пока отдыхает. Вот он. Его немножко отреставрировали, он посвежал. Ну, бар отдыхает до вечера. Пляж судоверфь, кажется, или у судоверфи. Здесь именно на этих пляжах можно встретить санька иногда. А можно заказать свинину, шею. 130 рублей всего лишь. Территория пляжа Тихидон. У судоверфи. Подожди, такой Тихидон, что получается два пляжа. Я и не знал. Здесь получается пляж и пляж в районе Бирюзы тоже есть. Там он парень на модном мотоцикле подлетает. Ну вы не увидите. Танец, помните, был такой над водой. Далековато. Ну если честно, вот я иду. Конечно же, есть небольшая определенная зависть вот к Солчинской набережной. Видели, да? Там в районе пляжа моя какая там красота. А у нас что-то как-то, ну, Версаль заколочен опять. Ну, как-то грустновато, если честно. Вот этот танец. Сегодня парашютный ажиотаж, погода наладилась, как вы поняли. Кто хочет полетать с парашютом, подходите записывайтесь уже на 13:30, я могу.
Женщина не врет сюда. Нормализовалась погода действительно. И людей стало больше, и водоплавающих еще больше. Ну и мусор есть. Ну что, узнаете? Кафе «Нептун». Шашлык, машлык. Вечером программа. Танцуют горцы. Шашлык из свинины 130, нормально. Цена средняя. Там сзади спрятала столовая. Ой, столовая, господи. Гостиница. Ну, это уже пляж. Гренада. Если кому вдруг надо с Самуи, знаете, что это 9335 километров. А Ставрополь вообще с другой стороны, если что. Это я вам так скажу. Куда-то больше показывают в сторону Сибири. Канкун не скажу. Газ совсем в другой стороне. Пермь вообще в другой стороне. Владикавказ, да. Краснодар чуть-чуть надо придать направление в другую сторону. Ну вот смотрите, где Пермь, где Гоа. Мы стоим лицом к Турции. Ну вы понимаете, что Гоа у нас где-то ближе к Северному полюсу, а Пермь куда-то на запад. Владикавказ более-менее верно. Не ориентируйтесь в пространстве. Санкт-Петербург чуть-чуть правее еще свернуть надо. Чуть-чуть. Пляж Гренада. Не узнаете, да? Я думаю, Ирина точно узнает. Здесь тоже водоплавающие бананчики. И всякие такие вот штуковины. Красный флаг почему-то на пляже висит, я не пойму, вроде как у нас нормально, все купаются. Проблем нету. Даже странно. Ну а мы будем скоро заканчивать наш ролик. Так как добрались до пляжа Гренада. Солнышко, видите, с переменным, то выходит, то заходит. То входит, то выходит. Как хвост после крыла в горшочек. Тут, короче, везде. Тут уже шашлык уже 140. Видите, чем ближе к причалу, тем шашлык дороже и дороже. А мы там. А вот здесь уже все. Территория пляжа Лазаревский. Один центральный пляж. Нам еще предстоит туда прогуляться, в ту степь я имею в виду. А вам всем пока говорю, всем до свидания, до новых встреч в эфире. Пойду дальше снимать новые ролики. Сегодня у меня пляжная прогулка. Всем пока.